Немножко расскажу про организацию. Мы в этом году выиграли 3 больших проекта, 3 гранта от разных организаций, в том числе у фонда президентских грантов, и реализовали большой проект. Вот буквально на днях он только закончился. Этот год был для нас очень сложным в плане работы и объема работы. Очень много тем было для нас новых, но тем не менее мы справились. Получили колоссальный опыт, опыт интересный. У нас сложилась в нашей организации команда, с которой теперь можно идти к новым вершинам, штурмовать новые проекты, придумывать что-то новое. Но в этом году работа, естественно, грант закончился, но работа у нас не заканчивается. Мы считаем, что она только начинается. И на следующий год у нас уже новые планы. Мы планируем войти во все реестры поставщиков социальных услуг и работать на благо нашего любимого города. Всех ульяновцев я поздравляю с наступающим Новым годом. Я думаю, что это здорово, когда есть работа. Работа в сфере НКО, работа в сфере каких-то общественных отношений. И даже если у вас ее слишком много, всегда можно выкроить небольшой кусочек для какого-то волонтерства. Пусть это не оплачиваемая работа, но это всегда работа для души. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. И огромного вам здоровья, чтобы сил хватило на все.